Всем привет! Так, не знаю, видите или нет. В общем, мы с Марией пробовали все настроить, но возникла проблема очередная, с которой разобраться в короткий срок не удается, поэтому мы свой стрим совместный решили перенести. Хочется все-таки все сделать грамотно и интересно, чтобы все отлично выглядело. Вот. Так, подождите, а что это? Ну, тут закрою. Вот, поэтому сегодня, к сожалению, совместный стрим не получится. То есть проблема в том, что мы не можем пока настроить, чтобы на двух каналах одновременно трансляция шла в хорошем виде, да, из видео. Поэтому мы эту проблему решим. Я думаю, в скором будущем с Марией и обязательно сделаем совместный стрим для вас. Поэтому сегодня я просто поиграю, тоже в интернете, немножко пообщаемся, потому что уже запланировала стрим и неудобно как-то было отменять перед вами. Вот. Ну, сегодня поиграю на ческоме для разнообразия. И заодно, да, заодно, конечно, нужно изменить мне, наверное, название, раз уж так вышло. Сейчас, секундочку. В общем, не все так просто оказывается, да, когда там пытаешься настроить что-то, иногда возникают проблемы технические. Вот, кстати, а может быть я сейчас еще Нино напишу сообщение, если она свободна, может она в эфир выйдет. Вот. Да, жалко, жалко, что Марии не будет, но еще раз повторюсь, с Марией мы сделаем обязательно совместный стрим. Думаю, будет здорово, будет интересно. Сегодня вот как-то так получается. Опять же, пока что не все удалось настроить, вот поэтому так. Но, опять же, повторюсь, все еще будет. Время есть, да, никуда не торопимся. Будут стримы, будут и совместные стримы, естественно. Так, хорошо. Сейчас изменю обложку. И знаете, может быть, действительно, может быть, сейчас Нино мы в эфир пригласим, хотя бы, если у меня получится ее видео вывести, видео Нино. А я думаю, это будет интересно. Сейчас я ей напишу, если она свободна и есть возможность. Может, она подключится на какое-то время. Вот. Прошу у нее, если она свободна, удастся. Нино. Так. Секундочку, все обновим здесь. Да, ну рада всех видеть, рада, что вы следите, смотрите. Вот. Какие-то возникают ошибки периодические, которые решить в короткий срок не удается. Нужно это как бы вопрос не так быстро и просто решается. Хотя мы заранее пробовали, но тут с программным обеспечением возникает проблема периодически, поэтому. Вот. Сейчас посмотрю, как там выглядит все. Да, вот Нино. Про Нино спрашиваю, да? Да, конечно, с Марией, конечно же, я хочу стримить. Мы с ней и договаривались, да. Но не просто не получилось кое-какие проблемы решить технические. А так мы обязательно сделаем стрим с Нино. Вот. Ой, с Ниной, с Марией, с Нино. Извиняюсь, уже путаюсь. Вот. Я с удовольствием, конечно, всегда за с Марией в эфир выйти. Ну вот, опять же, повторюсь, так вот получилось. Так, сейчас узнаем у Нино. Что она делает? Сейчас она скажет, что ты придумала. Нино, что ты делаешь, пишу. Вот. Спрашивает меня, what if users paid to play against you on your live stream? Okay, but I do some streams with games against my viewers. So if you paid there, if you donate me, of course I played first with you and then with others. It's a rule. Так, окей, сейчас одна минутка еще на Твиче посмотрю. Тоже, наверное, надо, да, название изменить, к сожалению. К сожалению, сегодня с Марией не получалось, поэтому просто пока напишу Playing Blitz on Chess.com. Пока так, в общем. Что еще тут происходит?
Я написала Нино, Нино, наверное, готовится к чемпионату Грузии, да? Она же говорила, что у нее чемпионат Грузии на носу, поэтому я думаю, что ее подготовка сейчас вовсю идет, и, наверное, ей сейчас пока что не до стрима. А вот. Ну, посмотрим. Сегодня на Чизкоме, наверное, поиграем, я думаю. Поиграем на Чизкоме сегодня. Можно, конечно, и на Личес поиграть. Задачки можно порешать. Тоже. Чуть размяться. Чуть размяться. Сюда. Доска немножко кривая. Сейчас поправим доску. Так, кстати, турнир-то он уже прошел, да, элитная арена. Я потом думал, может, тогда турнир сыграть, но смотрю, он уже заканчивается. То есть турнир тоже как бы уже не запишешься. Я уже думал, может быть, в турнир записаться. Вот. Buenas tardes, señorita. Hola, hola. Так, ну давайте сначала на Чизкоме чуть-чуть поиграю, потом, может, на Личес перейду, потому что на Личесе там серьезная битва тоже. Окей, давайте по 3 минуты. Вызов. Поехали. По 3 минуты. Играю с мастером Фиде. Так, ну давай славянскую. Разыграли славянскую. G3 пойду. G2. Конь DC. Так, ну давайте с B3 вариант. Шла пока. D6, да? B2. 4 сразу он пошел. Так, а что он на ход конь D2? F5 выставит? Да, ну какая-то вот каменная стена получилась, потому что соперник таким вот образом пешки выставил. Вот. Вышла каменная стенка. Ладно, ферзь А2 пока. Конь F6. F6. Конь Е5 может поставить. Возьмет. Конь Е4. Ладно, давайте. Возьмет, если возьмет. Буду чат, конечно, смотреть, тоже периодически на вопросы отвечать. Если Нино отзовется, то Нино подключим в эфир. Если она свободна, у нее есть время. А если нет, то, конечно, нет, ничего страшного, да. Всех свои сейчас заботы, занятия, поэтому получится, получится. Нет, так нет. Да, кстати, стримов, я думаю, в скором времени будет много. Что-то мне подсказывает, потому что там, где я сейчас нахожусь, вели карантин. Поэтому что делать, как бы? Придется стримить, видимо, чаще. Ну, турнир претендентов начинается, поэтому месяц будет интересный. В любом случае, даже как бы в онлайн, да, потому что следить за турниром претендентов по-любому, конечно, я буду. Это главное событие. Вот, ну, посмотрим, как он будет ходить. Интересно очень будет понаблюдать. Так, что-то я тут о нем немножко. О нем. Проскакал. Так. Чем я туда конем проскакала? Хочу ли я менять, да? Нет, я не хочу. Это было неправильно. Но зато сейчас c5 и конь e5, может быть, я поставлю.
Давайте, задвинула, конь e5 вернулась. Что-то менять, да? e4, нет, e4. 4, может. Нет, давайте так. Теперь e4 подскроем, не знаю. Кому будет это выгодно? Да, пошел. Возьму на... Ой, а зачем? Ой-ой-ой, какой плохой ход-то. Сейчас Fe... Он h5. Так, не пошел. Это повезло, да? Давайте так. В смысле? В смысле? Я что-то ничего не понимаю. Что сейчас происходило? Что вот это значило, я не поняла, если честно. Конечно, я не поняла. Софи Мильет, развякнуть скайп. Софи, не знаю, Софи... Сейчас где она находится-то? Она сейчас во Франции, мне кажется, Софи. Вот. А. В онлайне сейчас Софи я не вижу. Я бы звякнула ей в скайп. Вот, но в онлайне ее нет. Так что не могу звякнуть. Так, всех, в общем, рада видеть. Всех приветствую. Кто здесь? Да, кстати, хотел на английском сделать, но на английском тогда надо было мне, наверное, на Личе сделать стрим, чтобы там англоязычные зрители подсоединились тоже, поэтому сегодня уже не получится, сегодня я уже на Ческоме хожусь. Вот. Хожусь на Ческоме, смотрю чат. Ладно, ну... Что вообще соперник сделал, я не поняла вообще, что все это значило, поэтому новую по 3 отправляю. Так, опять играю с мастером Фиде. Что сегодня какие-то соперники странноваты, да? Играют какие-то перевернутую... Это перевернутая у нас трандика, да, получается здесь? Ну, это трандика. Так, введу коня на d6, потом буду осуществлять f5. Сразу можно пойти f5? Давайте сразу попробуем. Тут еще удара никакого нет, так что все хорошо. Ферзь мне мат по линии аж не поставит здесь. Ну, потом пойду ферзь c7. Так, f4, да? Вот завяжет меня f4, если взять, то слон конь попадает под нападение. А если взять потом конь f5, а может сразу конь f5? Давайте. Меняю, а ну c6 что ли возьмет? Может быть, но белые поля, конечно, тогда совсем нет, поэтому он не взял. Так. Давайте ферзем защитила на e5. Возьму ладьей, потом ладья e8 в любом случае хочу. Так, слон g4 есть ход, да? Зевнул, что ли? Ну, качку. Ладья под связкой. Так, не тороплюсь брать, потому что в любом случае возьму. Так, тех взяла. Теперь как мне пойти? 6, может быть? 6. Сама не беру на f4, потому что слон выйдет с темпом. Тоже, естественно, берет сюда пока.
Так, хочет ладьей сюда залезть. Что мне делать? Ладья b8, может? Так, слоном. Ладья f7 вроде возможно, нормальный ход. Пу-пу-пум. Так, конь f5, пойти или не пойти, вроде нормально, можно пойти. 5 ладьей. Конь e4. Как бы мне линию, да, использовать? d6, может быть? Ой, нет, куда? Так, не пойти. f7, может быть, тоже не очень. Так, вопрос. Давайте шла. Время. Этой позиции немножко, конечно, надо как. Конь e4 очень сильный. Не так просто тут коня избавиться. Ой-ой-ой. А, ну хорошо, что конем ходить не может из-за ладья Е1. Так, он тут готовит. Тут готовит. Ладья В8 возможен ход. Надо разменять эту ладью. Очень она тут неприятна. Сняли. Шах могу дать. Не давать, да? Пойти шаг дать или не дать? Ой, опять время затянуло. Я столько думала. Я не туда, да, сделала? Да. Времени нет вообще. Играем без добавления. Ой, не успела взять. На g6 не успела взять и ладью отдать на за пешку Е. Так, сейчас посмотрю. Все стримеры в сети. Так, про песиков опять. Спрашивают про песиков. Как вы не рассмотрели? Всех собак показал уже, их очень хорошо было видно. Сейчас. Сейчас у Нино ответила. Спросила я у Нино. Так, а вы знаете Роман Юрьевич Овечкин? Может, играли друг с другом? Ну, конечно, знаю очень хорошо Романа Юрьевича. У него была, кстати, на стриме. Вот. Была же я у него как раз-таки в гостях на канале. Здорово, мы там пообщались. Так.
Я спросила, что не ну делать. Так, ну давайте, может, новую по три. Пес на стрим тоже хочет. Ну вы же видели, какие они беспокойные псы. Тяжело их удержать на стриме. Вот, поэтому тяжело, в общем, держать. Может быть, в эфир их все запущу. Как вчера, да? Они, правда, не спрашивали, они забежали и все. Так, хорошо, чат я посмотрела. Ждем ответ от Нино, если она может присоединиться сейчас. Так, с мажором мастером играем. Давайте сейчас. Вашу партию пошустрить надо было. Что я? Думала, а потом передумала, да. Надо пошустрей. Так, ну что там происходит? Собачечки. Собачечки там хотят кого-то скушать, видимо. Собачки тоже на карантине сидят. В дворе. Карантин он для всех, да? Карантин. Так, тут, кстати, знаете, есть идея с длинной рокировкой и по линии Ж накатить. Получится ли? Давайте так. СД чем возьмет? СД, что ли? СД возьмет? ЕД взял. Так, а тут пешку я не съем. Там будет-то. Конь Е4, ФЕ, слон Е4, ладья Ф4, что ли? Слон Д5, СД, ферзь Д5, король H8 или король H8, конь Ф7, ладья Ф7, ферзь Ф7. Так, и что это значит все? Что это все значит, да? Пойму. Что это все? Ну ладно, рискну, опять же. В интернете играем. Сыграю так. Так. Ну, на самом деле, я бы так, конечно, не сыграла в реальной партии, честно говоря, потому что я люблю все-таки отдавать, когда я уже точно знаю, что там проходит. А здесь я так на глазок посчитала, поэтому это импровизация, конечно же. Вот. Как получится, не знаю. А, ну так взял, смотрите. А что, если я возьму FE? На ФЕ ферзь h4 есть ход, да? Вот поэтому и не надо было увязываться. А на этот ход ферзь d4 возьмет. Надо было вообще во все это ввязываться за этой дурацкой пешкой. Так, ну ладно, чего делать-то? Как бы не спрашивают уже. За дурацкой пешкой не нужно гнаться. Это будет уроком. Так, ладно, вернулась. Тут у меня потеряется, да? Даже не берет. Просто играть. А если так? Крепилась последних сил. Кстати, так уже более-менее тогда, мне кажется, рокировку сделаю. Более-менее. Если король выживет, будет все. Так, пока. Так, ну что, окапываемся? Или что делаем? А, пешку Е еще, кстати, можно кинуть. Ладья Ф3, Е7. О, кстати, давайте так. Ну, ладья Ф3, Е7. Так вот. Интересно. Интересненько. Так, у меня две ладьи за ферзя останутся здесь. Поставила ферзя. Взяла. Нормально тогда нормально. Ой. Я дать, давай. Да, что ли? Да? Давайте так. Двоение.
Король, конечно, открыт. Вот, когда король открыт, вообще не факт, что две ладьи тут будут сильнее, конечно. Сильнее они не будут. Ага. Но сдвоение это не получается. Придется окопаться. Окопаться придется. Так, атаки пошла пока. Куда короля? Ой, время, время! Когда звук. Звук пошел, только тогда я поняла, что у меня время. Очень долго, очень долго. Быстрее. Что делать, шах? Ну да, времени нету. Как так запустил? Даже не понимаю. Как так получилось? Ах, тут ладья завис уже. Да, ну по времени слишком я. Даже не знаю, где я столько потратила времени. Так, посмотрю, что тут пишут. Меня в 4 неприятно сожрет. Да, он так и сожрал. Ну, не надо было вообще в это ввязываться. Во все эти стрелочки, в которые я нарисовала. Я спрошу. Сейчас, секундочку, Нину ответила. Может быть, Нино подключится. Посмотрим. Может, турнир претендентов обсудим. Так, играю по 3 дальше. Написала я Нино, она думает, что она готова, не готова. У нее, кстати, поздно ведь. У Нино поздно. Сейчас у нее вообще 12 часов, я не знаю. Как она вообще сейчас? Что напечатает? Скажет, Карина ее заманивает на ночь глядя в эфир. Карина заманивает в эфир на ночь глядя. Так, конь Е5 поставила. Самой бы не продуть тут. Так, пока я тут думаю. Да, чего? Сюда пошла. Там она пока не поняла, что... Так. Сейчас мне на D4 сожрут. Нет, пока. Так. Так, ладно. Мы с Нино сейчас вопрос должны решить просто. Я ее в эфир выведу. Так, что мне дальше делать? Так, пошла. Так, пошла. Так, может быть, кстати, с Нино мы поблицуем. А, вот это хорошая идея, да, с Нино поблицовать, если у него сейчас будет возможность. Задумалась. У меня на 6 есть жертва. Мне она 5 ничего не даст, да? Сейчас, может, блиц-матч не нос сыграем тогда.
Так, пум. Может быть, уже накатить чего-нибудь куда-нибудь, но никак не накатится, да? G4, G5 я имела в виду. Давайте, подготовка. Так, опять я кучу времени посадила, пока тут вопросы выясняла. Поэтому сейчас я, может быть, все-таки как-то это ускорюсь. Так, G4, он меня прям провоцирует такой, а? Вот он паразит. Ест там, что ли? G4, конь E5. Ест он меня. G4 еще хочет. Слон H6. Ладно, была не была. Сегодня я жертвую. Времени нет все равно. Сейчас что-нибудь там пройдет. И потом уже отвлекаться не буду. Так, так, шах. Пошла, пошла, пошла. Атака, может быть. Ну, вечный шах у меня. Тут вечный шах есть у меня. Проверим. А, он может быть на Е8 отойдет, что ли? Ничего себе, сюда напала. И надо было побольше времени оставить, так бы, может, и выиграть шанс было. Понятно. Шах. Абсолютно выигранная позиция. Так, время только нет. Так, чего тут происходит? Мат-то поставлю. Времени нет, а? Абсолютно выиграна позиция, времени нет. Вижу выигрыш, вижу мат. Если успею. Не успела, даже не успела последнюю пешку взять, а ну вот это, конечно, примув, а. Как его, какой, какая матовая атака была, какая вообще партия? Одной этой не хватило. Наверное, матовал, да, в прямую его, сейчас я посмотрю. Ну это вообще, конечно, на секундах такую, такую матовую просто сеть ему сплела. Шикарно, ну шикарно, потому что... Смотрите, на ход ладья c6 проходит конь e3 или конь b6. А на ход ферзем то же самое проходит. И здесь просто... Как вообще так, а? Чуть-чуть не успел буквально. Ну тут как угодно выигрывалось, так, кстати, тоже. Здесь сразу вот... Если бы был мат в один ход, да, то можно было сразу выиграть. Здесь как-то сразу мата... А, вот тут, наверное, да, вот тут, наверное, матовал. Ферзь b7. Ферзь b7, потом по восьмой как-то. Ну, тут абсолютно выигранная. Вот, чуть-чуть запоздала я. Сейчас. Нино. Нино пишет. Может быть, сейчас Нино сыграем блиц-матч. Ну, была шикарная партия, да. Чуть-чуть не получилось. По времени.
Батл устроите? Да, батл сейчас с Нино устроим. Грандоты, приветствую вас. Вот. Приветствую вас. Рада видеть. Как же так, а? Как же так? Такая шикарная партия. Буду расстраиваться теперь. Надо было... Ну, напрямую последнюю пешку хоть бы взять, да? Хоть бы это успеть. Тут тоже может мат. Ну нет, мата сразу нет, а там столько, так мало времени, что... Ну вообще, конечно. Вообще, конечно. Сегодня, я думаю, Нино не будет со зрителями играть. Сегодня мы чуть-чуть, может быть, блиц-матч какой-то сыграем, пообщаемся с вами. Просто поздно у Нино, и как бы человека на полчасика, может быть, я попрошу присоединиться, потому что, ну... Вот, просто вот так вот, не запланировано, да? Ладья c1, ферзь d8. В какой момент? Я что-то не видела, когда там прямой мат был. Ну, это вообще, конечно, заболталось. Потом все равно, ну, атака была шикарной, матовая. Мне самой понравился король до центра прогулялся. А это, кстати, очень крутой ход конь c4, потому что на ладья c4 будет ферзь e5, король c6 и ладья c4. Все там падает. Вот, и вот эта идея очень классная, что ферзь с b7 начинает шиховать. Ладно. Ждем, в общем, от Нино информацию. Спрашивают, как мне игра Абдумалик Лазани, вы знакомы? Нет, мы, в принципе, не знакомы. Игра... Ну, я не могу сказать, что я все партии видела. Я, на самом деле, что-то как-то не так много партий в итоге посмотрела с этого турнира. Ну, третье место она заняла, значит, хорошо играла. Вот. Молодец. Молодая, перспективная, поэтому... Молодец. Александр скинул донат. Да, на упаковочку хамана вчерашней гречи. Спасибо, спасибо большое, да. Кстати, я что-то... Мне казалось, что я отключила сообщение, но я, видимо, не отключила, да, их. Ладно, посмотрим, как тут все будет продвигаться. Вот. Как все будет продвигаться, будет видно. Ну, спасибо большое, Александр, очень приятно. Так, а что, я нажимала, нажимала, а не туда, что ли, я нажимала-то в итоге? Не знаю, не знаю. В общем, это нужно поразмыслить будет. Так, сделала. Не знаю, в общем. Будет с этим тоже разбираться. Так, окей. Что там, не нота? Сейчас она готовится. Шикарная, шикарная девушка сейчас будет в эфире со мной вместе. Нино. Вице-чемпионка Европы. Как собаку зовут? Тут две собаки. Одна Талия, а другая Филипп. Вот та собака, которая вчера попала в эфир, это Филипп. Он такой большой. Вот. И охраняет. Охраняет. Дом. Тут никто близко не подойдет. Мы Нино подключим. Мы Нино. Скучно итальянку сыграть? Можно, конечно. Мне просто эта итальянка уже поперек горла стала, если честно. И я что-то как-то вот... Опять вот эту итальянку. Ну, давайте еще одну партию, пока Нино там готовится. Ну, с этим я не хочу играть. Все, я на него обиделась. Он мне тут это флаг срубил без надёги. Без надёги. Мат не успел ему поставить, обрадовался. Так, вот этого товарища выиграл. Супер. Супер Берко. Супер Берко. Давай. Проверим кое-чего.
Есть у меня тут один планчик-то здравый. У меня один планчик-то здравый здесь. Такой вот агрессивный планчик у меня подготовлен. Так, ну, товарищи, сейчас будет что-то такое. Сейчас что-то будет, я вам гарантирую. Не уходите далеко. Не уходите далеко, сейчас будет что-то и будет очень даже жесткое. Сейчас я подумаю, как мне лучше, G4 или не G4. Сразу G4. Так, подождите. Это все грамотнее сделать. На самом деле уже с огнем играет. Так, ладно, так. Проверим. Может быть, да, сразу же G4 надо было. Сейчас у него какое-то поле на G5 еще тут. Может быть, сразу на G4. Вот нюансы тут имеют значение. Ну ладно, пойдет конь G5. Я пойду на E5, что ли? Да, на E5 я могу пойти. Линию H ему скрывать очень опасно. Нет, все-таки туда пошел. А теперь что слон E5, если... Товарищ Берко. Мат, я вам сейчас не поставлю там. Сейчас Матеус будет. Мне кажется. Товарищу этому. Так, не ношу мне там. Сейчас не ношу мы подключим. Не ноша. Это топ. Так, ну что, и Карина должна победить эту партию просто для начала. Потом уже темнено. Так, ну вынос. Вынос. Хочу не зевнуть, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подождите. Палки, не хотелось вот это вот допускать. Так. Зачем я поторопился? H4, профилактику надо было уже сделать. Конь D5 пойти. Ну ладно, это не страшно еще пока. Так, королю. На F8 нормально? Нормально. Просто всего этого могло бы и не быть. Я поточнее сыграла. Так. Как дать, не дать. Время подзапустила. Так, шах один дала, пусть будет. Дальше. F5, может? Это слишком. 5 слон D6. Поле E8, конь G5, да? Что мне тут? Так, ёлки-палки, опять что-то я не это. Как вот не выиграла сразу, теперь проблема начинается и времени нет. На E6, да, еще идет. Надо, конечно, выигрывать такое сразу было. Эти времени, да что ж такое? Делать-то? Уже не я такой, а меня просто атакуют. Не иначе как бы. Здесь уже не иначе. Виноват. Ой, ладно. Подставил под вилку. Не, ну... Вот слон F4 я пропустил ход.
Конь d5 надо было начать, не давать слон f4, а потом h4 ходить. Или в длинную рокировку уйти, пока не поздно, чтобы конь d6 шах не дал. Так, ладно, ничего, не но. Что там пишет? Сейчас, давайте небольшой перерыв, и Нино подключится в эфир. Сейчас. Так, что перерыв-то? Сейчас, подождите, сделаю, чтобы перерыв-то высветился у нас. Новый эфир мы... Перерыв. Привет. Давай на личе сыграем, хорошо? Потому что я не смогла вот это как-то премув сделать и какие-то штучки там на ческу. У меня что-то не работает. Не знаю, наверное. А я хорошо вижу. Сейчас, подожди, я тебя выключила. Я включила. Так, Нино тут, сейчас мы ее сюда подключим. Так, ну, теперь напишите, видно ли Нино. Нино, привет. Привет. Так, сейчас посмотрю. Ты тут появилась? Так, все после прошлого стрима... Так, подождите, я не вижу. Секунду, по-моему, появилось Нино. Так, пишите в чате, видите Нино или нет. Сразу лайк ставим. Давай я зайду тоже. Сразу же ставим лайк, как увидели Нино. Да, я здесь. Нино, привет, отлично, Нино. Так, да, в прошлый раз у меня все спрашивали, а где же Нино? Видим, но не... Слышим, но не видим. И вот, пожалуйста, видите, как вот... Так вот, неожиданно, Нино снова здесь. Очень рада тебя видеть. Чем занимаешься? Я тоже. У тебя там уже это, полночь? Да, уже 12:15. 12:15, да, Нино? Все топ. Пусик. Так, давайте лайки сразу. Лайки обязательно ставим. Срочно. Если не будем ставить лайки, Нино уйдет из эфира. Такое у нее условие. Конечно. Я что-то лайков не вижу. Да не, наверное, там они сейчас идут. Так, все, видно Нино, отлично. О, супер. Так, ну что, мы где поиграем-то? Мне надо рейтинг, подожди, мне надо сейчас рейтинг поднять. Я тут подспустила, пока тебе на сообщение отвечала. Сейчас давай на ческоме. Сейчас на ческоме одну партию выиграем и вперед. Так, давай я сделаю демонстрацию экрана, чтобы ты видел просто то, что... Скайпе открой. Видишь мою демонстрацию? Да, я вижу, да. Все, отлично. Ну, так сделаем пока что, а потом сыграем на этом матчик. А ты хочешь, чтобы мы вместе играли на твоем скайпе, да? Ну, сейчас... Или нет, что? Сейчас просто сыграем против кого-то одну партию. Вот. А, хорошо, я буду подсказывать. Да, ты будешь контролировать тактику, время. Сделаем это. Сделаем тебя ответственной за всю тактику. За твои ошибки, да? Если продуем, знаешь, кто будет виноват. Так, окей, ну что тут? Все, тут все пишут «Добрый вечер, Нино». Добрый вечер.
Поехали, ладно, давайте еще одну партию, что как-то это. Так, у тебя там карантина-то нету? Ну, есть. Но я не в карантине. Нет, я имею в виду Я дома такого сижу. всеобщего карантина, нет? Ну, мы границы закрыли уже все. Все, На больше 2 недели, да. вирус точно не приедет к вам. А что, вообще все рейсы Надеемся. отменили? Не, не рейсы, а просто вот границы закрыты. Что вот что мои соперники делают? Они прикалываются, что ли? Вот, знаешь, уже принять ничью. Ну, окей, он что? Ну, Ну, вот так он, всегда. наверное, в ферзи 2 хотел пойти. Я думаю, Или сходил слон за... Е2. Слон Е2, наверное, хотел. Так, границы закрыли. Хорошо. Нет, а вот у нас тут границы не закрыли, а все остальное почему-то закрыли. Я вообще... В чем как бы интересно? Закрыть все, но не границы. Так, это что, он слон С5, что ли, намерился отойти? Да, конечно. И опять, чтобы ты P4 не хотел. А, какой? Ну что, может, G3, я могу же выйти сюда. Можешь, да. Можешь Е3 тоже пойти и потом. Ну, сейчас-то уже ладно, сейчас уже так, наверное. Хотя Е3, D3. Так, может, А3, но он отойдет, да? Не, давай Е3 ходи, чтобы конь D4 не было где-то. А что Но там будет? Е4 все равно не пойдешь. Ладно, не пойдет, говоришь. Тебе виднее. Так, рокировку сделаю, что ли? D3. Ладно, рокировка пока. D3 пойдешь потихоньку там. D3 надо, наверное, уже. Ну, сыграем эту. Что мы играем-то? Так, ферзем, наверное, что-то пешка мне не нравится это. Да, там Е4 ход будет. Сейчас? Ну, сейчас тоже, но если пешкой, то особенно. Ну, сейчас нормально, конь D4 пойдешь и... На C4 главное не противать. Ой, на ЕД конь С6 же. У меня еще промежуток есть. Что-то напрямую вставлю. Так, конь С6 же. Качество мне съедать или не стоит? Я что-то боюсь, мне мат по белым полям потом поставят. Да, может, слон H3 будет ход. Не, не И буду я. обратно, да, Не возьмет буду я. качество. Не буду я так. Мат мне поставят. Так, теперь B3, наверное, могу. Может, слон B2 пойдешь. Все, у тебя лучше. Сейчас надо Знаешь, как-то. у меня последние 4 партии было лучше, но это все закончилось тем, чем хотелось. Так, что, C5, что ли, придется? Ну, можешь, да, пойти потом. Ну, не знаю. Конь Е4, слон А3. Что делать-то? Ну, Не, ладно. ферзь d4 пойдешь. Какой слон a3? А, ферзь D4 могу, да. Слон b2 поставишь как-то. Давай слон b2, пойди. Ферзь d4. На мат будет. H3 ходить, что ли? H3, конь А E5. зачем? А что он хочет? Ферзь H5, я не знаю, H4, да, там. Ферзь d4, если ты пойдешь, что он пойдет? Слон f5, может быть? Давай, пошла пока. Ой, время опять. Что-то я... Так, напал H3 или Да, H4? сейчас. Сейчас можешь h3 выгнать его на f6. Не знаю, зайдет. Да. Потом H4, наверное, да? Или h4, или ферзем куда-то. Ну, давай, так пошла. Время что-то нет опять. Ой, сюда, кстати, слон C3. Не хочу Если я. h4, то возьмешь пиато. Да, возьму. Кстати, слон опять тоже хочу взять, чего бы нет. Ладья b5, по-моему, единственный. И ладья b1 пойдешь, чтобы я 4 ходить. Да, но на ладья B8 там может потом. Ну, Если. пускай. Ты тоже ладья Подожди, b2. напал. Ёлки-палки, сюда. Непредвиденное обстоятельство. Так, ладью там возьмет, да? Что Да, он делать? может. Но пускай возьмет, и ладья будет там, тупо стоять. Сюда, что ли, пойти? Не-не, там конем возьмет. Сейчас конем возьмет? Конечно. И чего? Ну, на 5 тоже возьму, не могу. Можешь. Не знаю, конь Я просто... Е4. Ушла ферзем на Е1, может? Давай уйди. Время. Сейчас Слон C7. А4 хочешь. Или слон c7, да. 2 хода. Что тут происходит-то? Ну, можешь брать и... На G5-то думала?
Да, я тоже там тоже думал, что Чумат можно нет? было. Нет, дома-то далеко. Ой, конь же это еще Он же идти. третий зима. Все, конец. Открался. Открался конец. А как? Пока нет, вроде нормально. Король H2 сейчас. Времени нет только. Ой. Ферзь H5, Да, да? слон G3 возьмешь, Ферзь пойди король H5. G2. А, и Ферзь ферзь H3, H3. да. Ферзь H3. Так. О, кстати, дал шанс. Вон H3 сюда. Ладья E3 будет. Ой, беда, беда. Ой, на B1 мат. На B1 мат. Может, не выйдет. Да, слушай. Не, к сожалению, увидел, да? Так, ну что, надо одну партию выиграть еще, я думаю, все. Стараться. С ним же, что ли? Ну давай с ним, я не знаю, что за ерунда какая-то происходит. Надо быстрее играть, я не знаю, почему так медленно. Давай, я, в общем, свою эту разыграю. Давай, дебют сама скры. По изученным тропам. Опять эта канитель сейчас будет. А, чего это? Опять нельзя, что ли? Пешка просто. Кон c3, если возьмешь. Что-то не поняла. Ну, я отойду на e7. Давай. Наверное, брать не нужно c3. Хотя и взять на c3, может, можно. Ну, там два слона, ферзь d3 как-то сыграет, и ферзь d4 может быть. Да, нет. Надо. Сейчас кон c3 просто, кон c6 видишь, и не знаю, как он будет потом тебя пугать. Я тоже не знаю, будет ли он меня пугать как-то. У Так, кон что e5 дальше? можешь пойти. Рокировка потом, да? На c4, а, взять на d3, наверное, рокировку все-таки, нет? Да, можешь. Не знаю. Слон f4 как-то он там пойдет. А может d5 пойти? Т5 можешь и ферзь С7 можешь. Т5 Давай давай, ходи. d5, d5, да, чтобы там... И потом, если что, Б6 пойдешь. Не проблема. Рокировка пока. Слон Д7, слон Б5 тоже есть идейка. Слон c7, что ли? Не, давай слон d7 пойти. Слон e5, слон f6 пойдешь. Он хочет. Слон f6 тоже. Как-нибудь защищусь от этой угрозы. Так, ладья e8, может? Ну, давай, чтобы было спокойней. Я уже это, значит, пытаюсь профилактику всевозможную сделать. Так, слон b5. Или слон a4, какой хочешь. Давай слон b5, чтобы c4 не пошел. Да, я не пошел. Так. Вот если вот Сейчас. тут. Да, можно, можно. И можешь и отдать этого слона. Все линии Как, открываются. e5, что там? А. Возьмет. Могу же. Так, что может быть? Ферзь. Ладья c8. Ладья c8, давай. Напала. Слон d6 пойдет. Ферзь d7 пока, да, можно? А, b6 можно. Пиши Хотя нет. c6. А, слон e5, побей. Ладьей. Ферзь f6, что ли? А что он хочет? Да я не знаю. Пока ничего не хочет. Ну, а что мне делать? Может, конь f5? На c5 можешь брать. Пешку. Ладья g5 не будет? Или конь f5? g6. Конь f5 не будет, да? Возьмешь просто. Ладно, взяла. Ты думаешь, так, а теперь уже конь f5 грозит. Можешь ладья f8 пойти. Думаешь? Думаю, конечно. Чё-то мне это не нравится, не надо. Ну, то... Если честно, это выглядит... Может быть... А, нет. Ферзь f6 тоже Ну, ладья можешь. f5 на ферзь f6. Ну тогда ладья f8 ходи. Что там? Нино, я не знаю, конечно. Не Может быть, знаю. тебе кажется это нормальным, но мне... Так, ферзь f6 я пойду, я не могу уже это. Хотя нет, вот Можешь сюда. ладья... ладью не можешь, да? На А2 Может, на залезть. a5? Может, ладья a5? Можешь, да? Ну, могу, вроде. Ой, что-то я уже боюсь. H5, H6. Ну, сейчас ладья G5 у него был ход. До Ну, этого. а на ферзь f6 чего бы он делал? Ладья Не знаю. e3, ладья f3? Наверное, как-то так. А сейчас уже что ему делать? Ну нет, там h6. Так, чего тут? На a2 можно взять, что ли?
Побей пешку, конечно. Ферзь f6. Давай, Меня... да, Все, давай двигай быстрее его. меняем. Быстрее меняем. От греха подальше. Но ферзь g3, кстати, пойдет. И что я буду делать? Я пока не пойму. Ладья f3 грозит там. Полки-моталки. Так, сейчас надо... делать-то? Шах дать? Ой, время! Давай, быстрее сыграй ход. Шах, да, или что-то, что-нибудь. Да, без добавления играем, вот в чем проблема. А, это я не знала. Без добавления. Давай p5 сходи. Быстро. И ферзь d8. Да, опять времени нет, что-то я вообще опять контролировала. Побей это а, быстро. Конь e6, конь e6. И конец, да? На g7 еще мат. А, ты не можешь брать, да? На g7 мат. Да, вот у нас вообще как-то... Что-то мы долго-долго думаем, и это... Потому что блиц вдвоем нельзя играть. Все, вся проблема в этом, да? Да, конечно. Так, кто нас там поддержал? Сейчас я посмотрю. Куда-то сообщения ушли. Евгений поддержал. Спасибо вам большое, Евгений. Так, у меня донат куда-то слез. Сейчас, секунду, я его верну на родину. Да, вот куда-нибудь. Спасибо, Евгений, большое вам за поддержку. Приятно. Мы пытаемся с Нино выиграть хотя бы одну партию. Карина пытается... Кто-то пишет, Карина старается поднять рейтинг. Ни одной победы. Да. Так. Карина держит Нино в заложниках. Нино, Карина вам угрожала? Конечно. Все угадали, Карина уже. Да, пишут. Нино разбудили, практически из кровати вытащили на стрим. Нет, это не так. Так, нет, мы не сдаемся, мы должны выиграть еще одну, хотя бы одну партию. Давай, сейчас я буду побыстрее тебе подсказывать. Да, побыстрее. Я не знаю, это хорошо у нас получится или нет. Что это вообще такое? Я сегодня одну партию хотя бы выиграла, я что-то не понимаю. Так, ладно, я играю дебют свой, Нино. Уж извини, но я играю свой дебют. Давай, быстро тогда. Быстро. Я вчера, правда, устряпалась в этом варианте за 12 ходов, но потом решила повторить все. Не позориться. Так вот. А, вот это слон b1. Интересно, да. Так, ну ферзь a2 там брать опасно, по-моему. Хотя можно вроде бы. Может попробовать? Давай, разбитие. e6, что ли? Конечно. Ну ладно, не буду. Ферзь a2 опасно, там есть теория. Ладно, я просто пока играю. Так, ферзем, куда-то идти? На d6, наверное, нет? Да, на d6 e5 не дам. d6. Все, сейчас будем мы давить на изолированную пешку, если... получится. Ну, рокировка ладья d8, сыграем, и все. 0-0. Взяли. Сейчас нас засушат, Нино, нас засушат сейчас. Пускай, ничего лучше, чем проигрыш. Помню, ты мне это часто говорила. Ладья d8 пойди. Ты мне это говорила, я помню. Я потом стала ничейки делать. Так, чего делаем? Ваиваем. Угу. Потом король f8 как-то. Нас жестко сушат. Мат не поставили. Так, давай, вот как этот эндшпиль выигрывать? Конь b4 пойти или не надо? Или a6? a6 пойди пока. Может, p5? Ну, не знаю, он еще плохо стоит, этот слон. Конь a5, если у тебя ход. И взять на c4, да. Так, перекатываем. Кстати, кто не знает, Нино занимался у дворецкого. Возьми, можешь и ладья b6 пойти, да? А может, c6? Или b6. Не, на c6 конь d2 может сыграть, а слон g5 будет. Давай ходи на c6 или ну, да, куда на... хочешь. Не, на c6 хорошо, потому что на b6 слон b5 какой-то шальной ход. Так, b5. А, пешку не выиграешь. Выиграешь? Нет. Возьми этого, как называется, слона. Как называется это слон, да. Так, и чего? Сейчас bc он возьмет, он приводит. bc ладья b6 пойдешь, и потом на пешку a4. Меняем. Меняем, и король идет на c4.
Это сори, это мы уже тут должны что-то выиграть. Хотя... А, ну да, конь же вообще вырезан, да? Король b4, король бьет a4, все. По-деревенски. Это уже нельзя не выиграть. Так, что, это король b4, позиция. Да? Король b4. Давай ходить, да. И двигаем. Так, да, ну вот, 4-5. Вот она, эндшпильная техника. Во всей красе. Надо с такими... Так, подожди, на ход... На ход f5, может быть, f5 еще пойти? Конь d6 есть там ход, не надо опять конь пойти. d6, конь d6, b6. f5, c6, конь d6, будет. b6, и слона взяли, и коня взяли. Давай тогда. Я ничего же не зевнула, нет? Не знаю. Сама думай. Чуть что, сама думай. Вот так всегда. Не сомневайся во мне, я в супер форме. Правда, сегодня ни одну партию не выиграл. Ну ладно, пешка проходит. Арина в супер форме сегодня. Просто об этом еще никто не знает. Ну сейчас вот это... Пуре Хорес знает. Куда он поскакал-то? Он хочет как-то задержать, но не может. Хотеть не вредно. Победа! Победа! Мы сделали это. Но мы это сделали с тобой. Так, чего нам пишут тут? Сейчас чатик. Я режу пальчики за победу. Ну, пальчики нам помогли. Мы это... В форме. Так, что тут еще? Ничего. Чего? Так, ну что? Что еще делаем? Играем еще чуть-чуть тут, потом, может быть, на личес, да? Потом. Да, потому что я сделала личес аккаунт. О, ну наконец. Ага. Чего там, ты его верифицировала? Это подтвержденный аккаунт или как? Да, надо это тоже сделать на личес. Думаю, не надо ничего подтверждать. Я не знаю. Ну, нет, там можешь его подтвердить, тогда ты можешь во всяких титульных сыграть. А, это я не сделала. Пока что. Ну, в общем, если захочешь каких-то турниров сыграть, можешь сделать. Спрашивают, расскажите про Нино для тех, кто не в теме. Ну, про Нино Википедия может рассказать. Нино – вице-чемпионка Европы среди женщин, член сборной Грузии женской. Вот, да. Гроссмейстер международный. Я все главные сказала? А у вас командных вы мир, да, выигрывали? Или что? Да, мы чемпионка мира. Чемпионка мира за сборную. В команде Грузии. Да, за сборную. В каком-то году это было? 2000... 15. А, 15. Да, так что... Ну, рулит. Иногда. Так, Александр сообщает. Карина, карантин, закрытие границ, ограничение передвижения по Испании. Час назад приняли, на 15 дней. Да, Александр, я уже эту информацию знаю, и уже печаль, конечно. Ну, ничего, будем стримить. Стримить и пить вино тогда, что остается-то? Раз карантин. Это неплохо, кстати. Дома сидеть, чуть-чуть отдохнуть. Хорошо, да. Чуть-чуть. Ну, 15 дней что-то как-то не чуть-чуть, по-моему. Да. Продержаться тяжело будет. Угу. Ну ладно, посмотрим. Не знаю, аэропорт работает еще. Странно, конечно. Аэропорт работает, а карантин приняли. Так. Мне пишут Барев. Барев. Ну что, давай еще одну. Поехали. Как мы в эндшпиле грамотно сыграли, это не но. Конечно. Да, это было, конечно, смешно. Карин старается поднять рейтинг в скобках ни одной победы. Ой, блин, вот так и пытается поднять Карина рейтинг-то.
скобках. Да, скобки, скобки. Что тут, английское, что ли? D4 пойду я. Кстати, сразу можно или E4? E3 на нас накатит? E4 он пойдет, но E3 не думаю. И что, может сразу D4 тогда? Давай, можешь. Конь Все D2? Можешь. Нет, конь D2, E4 не накатит на нас? Там уже... конь G5 и конь D2, по-моему, два основных хода тут. Давай конь G5 тогда. Не знаю, чего, но ну, пойду так. Сюда, да? Конь H3, что ли, или H4? Да, конь H3, G3, так пойду. Ну, H4, может, H4 надо было, но не думаю. Ладно, нормально. Потом слон G2, рокировок, F3 проведешь и так. Так, а что-то D5 он хочет. Ну, пускай. Ладно, пускай, так пускай. Конь F4, G5 меня сейчас... О, кстати, может, конь F4 и... А может, конь G4? H4 не зевай пешку. Может, конь G5? Конь G5, слон C4, B3, так пойти и слона взять за пешку. Тебе не жалко? Мне жалко, я просто не видел, что он C4 висит. Давай D5, давай D5, кстати. Накатим там? Давай, пойди D5. Эх, получится или не получится? Вот в чем вопрос. Так. Потом F3 пойдешь. О, кстати, а сейчас конем еще могу скакануть. Или на G5 побей, могу. Лучше побить просто CD. Ладно, все, буду тебя слушать. Меня уже, видишь, в авантюры тянет. Так, ну что с этим конем-то делать? Он сейчас F3 ходи, чтобы этот давай открыть сюда. Какие-то эти. О, штучки. Кстати, да. У нас сейчас появляется... E6 дам. Ферзь B6 шах ничего не даст ему же? Или ферзь D4? Пойти? Ну, слон E3 можешь тогда пойти. Профилактический ход сделать. Грамотно, грамотно. Профилактика. Только время, опять же, на минуту меньше, поэтому сейчас надо быстро как-то. Ферзь D2. Давай. Конь F4, надо ходить, не надо. А, кстати, давай пойти. Не, давай так защищу, а потом это уже... не весело, потому что конь D5, конь E7 шахши. А, ферзь D5. Нет, ферзем возьмет. Так, пошла куда-то там. Ладья E1, пойди, ну, как-то, чтобы слон F2, потом это в конь E6 где-то ходить. Конь E6, да. Так, что тут происходит-то? Куда это он скаканул? А что он хочет? Ну, разменять на стыги, на атагиса есть. Давай возьми его. Ферзей разменять, не хочу менять. Ну как? Вешпили, ты же очень сильна. Давай, ладно, говори. Уже приснили. О, не бьет даже. Он тоже не хочет. Слон D4 хожу. Не знаю, мне этот ход не нравится. На D5 отдаю. Так, что он не берет, что делать-то? Конь E6, конь D5, да? Да. Давай слон C3 пойти. Все, поехали. Потом король H1, конь E6 или конь E6 сразу. Пошли, поехали, да, вперед. Так, слон F8 может пойдет? Нет, слон F8. А, смотри, пошел. Слон D4 может? Нет, там мат не ставим. Так, король H1 профилактику надо делать? Давай. И ферзь D4, может, будет ход. Слон сюда. Ой, куда это он? Ферзь D4 пойти. И а давай слон F6. Ну, хорошо. Как хочешь. Смотри, что я заготовила. Сейчас узнаешь. Ты поняла? Да, конь H5, ферзь H6. Какая я молодец. Гениально. Какая я молодец, а? Ну, Нино, ты тоже молодец. Ты меня сдержала в других моих порывах. Так, все шахами съедаю. Давай поматуем тут как-нибудь. Возьми его и ладья Т4 потом. Хоть как-то. Подожди. Шах. Может, тут еще? Давай его. Давай возьми. Быстрее матовать, а опять времени не хватит. Какую матовую сеть-то сплести ему там? Не, мата не будет так быстро. Возьми F4 как-то ходи. Или H4, чтобы потом это было. Форточка, чтобы у тебя была. Ой, а что я отдала-то? Что-то отдала. Ой, разменяла, ну ладно. А-а-а, не видит. Не видит. Быстрее. Ладно, сдался. Молодец. Командант сдался вовремя. Не стал мне флаг рубить пытаться. Так, окей, давай сейчас чат. Глянем, чего там пишут. Так.
Сейчас я... Карина, как вы познакомились с Машей? Вопрос. С Емельяновой, что ли? Давно уже мы знакомы с Марией, уже, не знаю, детских соревнований, мне кажется. 100 лет назад уже мы познакомились. Вот, с чемпионатов России детских. Хотя Мария старше, но мы часто пересекались. Да, ну я тут сказала, что Нино занималась Дворецким. Спрашивают про занятия с Дворецким. Есть какие-либо интересные, примечательные моменты? Не знаю, это шутка была. Я все его книжки прочитала, и Карина шутит, что я занималась с ним. Да. Ну, Нино изучила просто книги его. Ну, у него такие книги, что, конечно, это... Да, всем советую, кстати. обязательно к изучению, к прочтению. Нино, почему грузинские женщины так хорошо играют в шахматы? Не знаю. Это интрига. Или как называется? Так, еще вопрос. У Нино рейтинг повыше? Да, повыше на сайте ФИДЕ. Можете изучить наши рейтинги. Красиво сыграли, пишет Виктор. Стараемся. Для вас. Такс. Что еще? Поехали дальше, что ли? Давай, Что-то мы в ударе, расскажи. мне кажется. Кажется, мы в ударе. Да, до 600 дойдешь сейчас быстренько. Быстро. И сразу вспоминается опять же это сообщение. Карина пытается понять рейтинг. Только ни одной не выиграла. Ладно. Попытка не пытка. Кстати, турнир претендентов, он когда у нас начинается-то? На следующей неделе уже? В какой день? Я не помню, по-моему, с 15-го они говорили. Открытие завтра, Точно что не ли? помню. По-моему, открытие 16-го, да? Может, Или какого оно там? я посмотрю сейчас на фиде. Когда там? По-моему, 16-го день Да, приезда. 16 марта. 16 марта до 4 апреля будет турнир проходить. Ну, они все там уже там фотки выкладывают. Все нормально. Все Все долетели. нормально. По-моему, все здоровы. Да, но если скажется, то через 14 дней может уже сказаться. В принципе, посмотрим, да, как все пройдет. Здесь без эксцессов. Так, еще вопрос. Нино, у вас до сих пор преподают русский или это вы сами? Ну, на школах так английский преподают, русский. Какой язык хочешь-то? Можно все выучить. Нино, Ну, в Нино. основном английский вот все обращают внимание, как бы во всем мире, я думаю, так. Ну, Нино русскую классику читает. Читала, да? Сейчас я не знаю, что ты читаешь из российской вообще литературы, из русской. Ну, сейчас не знаю, я долго ничего не читала уже, перешла на другие книжки. Ну, все прочитала. Почти классику. Классику, да. Так, еще вопрос. Рейтинг ФИДЕ, это понятно. А какой у Нино Карина рейтинг? Вчера, да, шутили, что Карина вирус, теперь Карина рейтинг. Новое понятие. Так, ладно, давайте новые по три. Поехали. Мы в ударе, мы уже две партии выиграли. Под наш каток попал командант 7. Какой-то мальчик маленький, по-моему. Не, Так. сейчас другой же уже. Смотри, сейчас я играю с товарищем Саковым. Почти товарищ Сахов. Ну что, давай странику. Ну, Сейчас же. давай, сыграй. Так, ну что, G5 и конь H5. Сыграть вариант. Можешь и нормально играть, не знаю, на e5 ход. Я цеп... Нет, я знаешь как, я c5 еще не нравится. Ну давай сейчас c5 начну. Сейчас может быть g5. Потом пойдешь, или как? d5 если задвинет, тоже 5, конь h5. А кстати, тут тоже есть такая идея, насколько я помню.
Конже 5 не боишься, да? Нет, Конже 3 будет. тут не проходит, да. Сейчас, а сейчас уже конь G5 есть, да, ход? Да, уже хочет, кстати. Делать. Ты можешь взять и пешку Е пойти, чтобы защитить пешку. Так. Е6 нормальная, стандартная схема. Ну, ДЦ, ДЦ, так что делать? Так, ферзём на Е7. На Е7 единственное. Да, кстати, на G5 же пролез. Конь Е4, ход мне не нравится, но хорошо, F5 пойдем. Так, что он C6. хочет? Кто не хочет, конь C6 нормальный ход. Думаю. Кстати, А6 можно пойти. Ну, давай, ходи, на конь D6, ладья D8 пойдешь. Да, я думаю. А, кстати, еще конь D4 какой-то ход есть там. Не пройдет конь D4? И на ЕД. На ЕД ферзь D6. А, конь Конь G5. G5. Не, не надо, не надо, ты права. Не ввязываемся. А, смотри-ка. Сейчас на G5. Ну, на G5 он не грозит уже, там только один шаг, да? Может, и в 5 пойти, кстати? Так, ну ты можешь сперва взять на D1 и потом, или сразу пойти. Давай, давай взяла все-таки. И теперь F5. Конь C3, слон D7, развиваюсь, да? Да, все уже. Нету таких этих. Ну, у нас просто получше, мне кажется. G4. Ну, ладья куда-то можно и как-то. И конь D5 он хочет, чтобы GFF, конь D5 пойти. Так, а что если FG? Конь H2, Вон да? там. H5. Ну и G3 пойдешь, там разбьешь структуру. Или H5, как хочешь. G3, конь G4, да. Может быть, H5 пойду сейчас. H5, H5 конь G4, ферзь H7, там ничего нету, да. Да, вроде мат не ставят, поэтому можно на... Ой, время, время опять. Так, конь E5. Ферзь F7, пойди, или слон E8. Я про это забыл. Ой, конь Е4 ход. H4. И ферзь F5 пойдешь на конь E4. Да. Слон C3 нет, не грозит, да? Нет, размен не грозит там ничего. Сейчас слон E8, слон G6 переведешь как-то. Конь E5 еще. Как ходим? Слон Давай D3 конь... хочет. Слон E8 пойди, на слон D3, конь E5. Ага. Ну все уж. Ну, у тебя 43 секунд. Надо побыстрее чуть-чуть. Надо, надо. Слона на G6 поставишь. Слон G4 нет ухода. Так, слон C3 уже грозит. Да, хочешь. На слоне F3 G4 пойдешь, так на конь E5. А, может быть, G4, да, еще могла. Не, так лучше. Шах. Все фигуры. Шах, конь Всё, E3. Поехала. Пошло, поехало. О, пошло, поехало. Так. Шахет, сдать еще один. Ну, давай на F4 переводи. Вон D4 шах в следующем ходу. И мат, да? Все, победа, ферзь. Победа. Ура, 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 ура. Вот это форма. Не надо. Ты вовремя подключилась. У нас больше шансов, что мы поднимем рейтинг. Так, что тут пишут-то? Что нам пишут? Девушки, почему вас не зовут на гран-при? Нина, у тебя есть ответ на этот вопрос? Не знаю, вот такие они не зовут. Ты один раз играл в серии гран-при, да? Ну да, я один там 2 года играла, вот 3 гран-при сыграла. И заняла в общем отчете, по-моему, 8-е место. Ну, молодец. В принципе, не Ну да, нормально. Тем более у тебя один этап же, ты рассказывала, вообще очень был хороший, да, по результату? Да, у меня 2 этапа были хорошие, один очень плохой. Если бы тот тоже был хороший, то могла и за другие места претендовать. Побороться, да, можно будет. А, кстати, сейчас, по-моему, призы они повысили, да? Ты не видела? Там да, призы повысили, и, по-моему, меньше участников сейчас выходит.
Ну, там по рейтингу, по среднему рейтингу выходят 12, по-моему, человек. И еще 4 wildcard. Как-то такая система. Ну, тогда один этап у вас, да, проводили, по-моему, в Батуми или где он был? Да, в Батуми был один этап, и у меня был wildcard. Да. Так, что тут пишут? Ничего не пишут? Ну, давай тогда еще одну выиграем. Я уже Давай. разошлась, вдохновение появилось. Вдохновение. А, знаешь, мы с кем играем? С тренером Алексей Маревич Кузьмин? и Мамедьярова. Да, еще он 64, по-моему. Очень хороший статьи пишет. Да, про дебюты, я читаю их периодически. Так, и что с ним сыграть-то? Конь-3? Давай Рогозин сыграем. Он Рогозин играет? А, нет, смотри, ферзевый пошел. Давай слон Ладья. F4. Давай попробуем. Тут давай ты мне подсказывай. Я слон G5 как-то чаще. Ну. E3? Е3, конечно. Ферзь C2, ладья D1 или какой план? Да, он без шас пошел. Сейчас можешь CD или слон Т3, там два хода. Давай слон Т3 ходи. Давай попробуем это, ага. Рокировку. Пять, что ли? Да, и как-то эти пешки Висячки? получаются висячие. Иногда висячие, иногда все меняется. Так. Ну, по-моему, он знает дебют. Знаешь, если он пишет статьи про это, я даже про этот вариант читала у него статью. Так, ферзь C2, что ли, ходим? Давай ходи, да. Ладья D1. Он C5 пойдет как-то. Ну и ладья D1, может? А, Не скоро можем Г6. на изоляторе тоже сыграть. А он хочет, чтобы потом пойти C5. Так, а если Е4 нельзя? Не знаю, нет. Давай или А3 ходи, или как-то так. Да. Ну ладно, давай. Ну, Е4 интересно. Там, правда, может и не и развалится все. Так, ладья D1, да, может? Давай А1 ходи. Думаешь? А это куда Да, я поставим? На думаю, Е1, что ли? в изоляторе его как-то. В изолятор. То есть на CDED, да, думаешь брать? Да, я так Ну думаю. ладно, давай попробуем. Ой, чё это ход? Чё за ход такой? Как-то он хочет там конь e5, слон e5, ферзь c6 пойти. Ничего себе. А ладья Е1 может? Или ну, давай слон на 2 ходи. Мы тоже его будем Ты, мутить. короче, в его стиле играешь, не на... Сейчас d5 хочу уже. А, D5, да, чтобы Я D5. готовлю d5, чтобы там Ой, на линии взял. играть. Давай ed возьми. Давай, ладно. Чтобы его ходы все эти были не такие хорошие. Так, конь B6 наметил. Что делаем с... Давай О, с... d5 не можем или можем? А надо посчитать. D5 туда-туда-туда взяли. И подсвязали, что ли? Давай D5. Давай, может, чуть-чуть лучше будет у нас. Не знаю. Ну, давай, пробуем, пробуем. Алексея Кузьмина обыграть. Тренера всех чемпионов сейчас попытаемся обыграть. Так, Он тоже конем. считает, может. И ладья Е1 тоже есть какой-то ход. Ну, слон c5 на ладья e1. Давай конем рано бегу. Давай, бери. Только побыстрее. Окей. Он тоже, наверное, уже думать любит, и будем на этом обыгрывать. Выиграем всех, кто любит думать. Так, задумался. Сейчас все на d5 поменяет. А потом я, кстати, у него фигура немного в подвешенном состоянии. Ферзь на e8 неудачно стоит. И может я Да, еще там... пешки это H6-P5, И может чуть-чуть быть... там поля слабые, можно кон e5, кон c6 как-то пойти, может быть что-то подвисит. Что-то подвести. Так, задумался. Задумался. А что он хочет? У меня конь на d5 сейчас стоит. Он же... Как он хочет пойти-то? Ну, слон c5 может быть. Что я буду делать? На слон c5 конь... Ферзь... А, с ферзем возьму, но ладья e8, да, возьмет той ладьей. Не, все-таки поменял. Не зря примув поставила. Так, и как же он тут будет развязываться? Я что-то вообще не вижу. Ну, слон f6 единственное, нет? А, ферзь e8 красит. Сейчас Так. ладья e1 не можем. Ладья Можем, e1. по-моему.
А на фон Давай, шашки? Валерий, побьем два раза и надо все. И на Е1 нету мат. Мата нету на Е1. Так. А на этот ход? На коне F6. Ладья Ладья D8. E5. А, ладья Не, E5, да. ладья E5. Да-да-да-да-да. Это сильно. Конь D5, правда, еще ход. Как-то он держится из последних сил там. А на коне F6 ладья D8, слон D8. Ладья D8, слон D8, слон D6, ферзь E2, ладья E2, ладья E8. Так, что делаем-то? Не, ладья E5 хороший ход. Давай, но на И этом на еще. ладья D5 можно брать и, по-моему, в этот иншпиль идти. Не лучше будет у нас? А как, нельзя, там же по первой мат будет. А, мы Не, закроемся. ладья E1 обратно закроемся. Так, а еще подожди, ладья, есть еще ход слон G5. А, нету, да? F6. Слон G5, F6, ничего не проходит. Так, ну что, куда, на Е7 или на D5? На D5. Такого хода нету. Тогда ферзь E4 нету хода. К Почему? сожалению. Почему нет? Ферзь D7 будет. Так, быстрее, быстрее, чё, куда ходим? На D5 Ну, можно давай, взять? не имеет смысла. Разницы нету, по-моему. Давай на S7 Ой, надо перейдем. было на E7, наверное, да. Сейчас он ферзь C6, кстати. Хотя нет, он вряд ли уйдет. Не, ферзь Так. C6 нельзя. Лучше эндшпиль ему играть. Давай обратно, и потом как-то король F1 пойдешь, слон E5. Пешку B2 защитить можно. Слон E3, да. Ой, шах. Не, шахты не зену. Сейчас времени нету, времени нет. Слон D4, слон так или так. Хорошо. На конце C5 как-то ходи. Ушла из подсвязки, сейчас конь C5. B4 поставь пешку. Ой, я хотела-то на это же пойти. Я случайно прямую сделала. H. P4 пойти. Не, сейчас не надо уже. Да, подожди, Слон тут уже без C3 разницы. Тут пойти. я уже просто топаю. Да, у него 1 секунда. Ты выиграешь 100 про. 100 про? Ты мне Да, гарантируешь? да, конечно. Так, обыграли тренера. Смотри, ваш пас, это не но. Давай соглашайся, нельзя ему Соглашайся. отказать. Тренеру чемпионов отказывать мы не можем. Так. Вот это батл. Карина Чес против Алексея Кузьмина, известного тренера и теоретика. Не только Карина Чес, еще не но. Он просто этого не знает, понимаешь? Да, он не знает, что ты этот подсказом пользуешься. Вообще ужас, ужас. Банят меня. Одна голова хорошо, но две лучше. Это как раз о нас. Так, смотри, теоретик. Сейчас мы посмотрим. А ты, кстати, знаешь, чьи тут тусовки-то есть? Чем? Ну, ты, наверное, Я, догадываешься, да? да, догадываюсь. Сейчас я по известным тусовкам сыграю. Так, подождите, а как там по известным тусовкам-то? Там начинать-то... Д6, я думаю. А, вот. Вот это вот как раз те самые тусовки. Да, ну кто не в курсе тусовки, это имеется в виду варианты дебютные. Есть такое у них название. Смотри, какой агрессивный, а? Алексей Кузьмин. Конечно, у него все написано там. У него там компьютер открыт сейчас со всеми вариантами. Не, по-моему, он знает, Надя. По-моему, он знает, а по-моему, я тусовки забыл, потому что слон Е2 исход. И что мне там делать? Конь E5, другого Конь хода я Е5, не конь вижу. Е5, конь С5. По-моему, тусовки я подзабыла. Так, слон Б3 может взять, но это не очень, да? Не знаю, нельзя так. Ну а конь Е5, конь С5. Оголить Т5 поле и этот. Ладно, все, пошла сюда. Что на конь Е5-то буду делать? Рокировку, может быть, просто, да? А, нет, смотри, он на D4 пошел. Ну, теперь точно рокировку можно. Он мог, кстати, на C5, там еще на B7, может, где-то висел. Так, чем берем, чем берем. Чем берем. Обязательно, да, брать, да. Конь К G6 еще сожалению. можно пойти, но потом все равно придется брать, и это будет плохо. Так, конем. А, конем слон же попадает под нападение. Так, слоном. F6 может быть. Да, как-то так и Окопаемся. не нравится мне. Мне тоже не Так, нравится, но что что делать? делать-то? Держимся как-то. Да, пока Так. он.
Живой там на это. Или взять. Нет, брать не буду. Я пока не возьму. Главное, чтобы мат мне по линияш не поставили. Так, b4. Он конь e4. b5, конь e4 хочет. Ферзь a5, ферзь c7. Ферзь c7 ходи. Так, опасно. Давай ладья c8, потом ходи, отдается это качество. Подожди, сразу не хочу. Сейчас туда пока. Сейчас он по линияш мне мат поставит, похоже. Да, так и хочет. Любой ход, да, он мне сейчас мат там влепит. Конь g8, конь... Это нет, он конь h6. Поставьте так. Смешно, конечно, не знаю. Я не вижу. Это очень смешно. Да. Чё-то... Ферзя куда-то упери. Ну, нападу хотя бы сюда. И чё, правда, дальше? Да, будем укрепляться. Не, ферзь А4 пойдёшь сейчас. Пойди ферзь А4. Давайте, меняемся. Ну, он не поменяется, а потом конь Б6 вилка будет гадить. О, смотри как. Обратно. Сейчас, может, мат на Е1 поставишь. Давай я так пока. Профилактика. Хорошо. Я не против. Чего? А чего я вообще профилактику-то сделала? Не, ферзя надо обратно, по-моему, на Д8 поставить. Ферзя на Д8? Я тоже думаю, что пора бы. Так, куда он пошел конем? На b6, может, 6. Куда он идет, не знаю. g4. a5 можно? Давай a5 хотя. Мне нравится наша позиция сейчас уже скоро. Если мат не получим сразу, то мы сейчас раскрутимся. Ну, 36 секунд у тебя, Карин. Ну, ничего, сейчас я ускорюсь. Может быть. Давай быстренько играем тогда. Так, подожди, что тут дальше-то? Тоже А4, А3 пойдешь. Сюда, что ли? Давай. У меня угрозы нет. Давай А4, А3 быстро. Потом конь G4 возьмешь и на B2 как-то мат поставишь. Так, что делать? Какой-то ход пойти, не знаю. Давай возьми. Или другой ход. Не, просто ни одна твоя фигура никуда не попадает. А у его фигура куда-нибудь попадает? Нет, давай туда-сюда тогда. А, шаха нету. Давай. Ёлки-палки, даже шаха нет ни одного. Ой, блин, надо было пойти это хоть. А6, давай А6, если успеешь. Уже не успею, но... Не, уже хорошо. Ладья G2 мат бьет. Все, уже на G8 мат. Так, Иван взял у нас. Попали под теоретический каток мы, по-моему. Что-то тусовки. Да, я тоже так думаю. Тусовки, я не вспомнила тусовки. Так. Что пишут? Нино Зера, версия Нино Зера 2021. Так, вопрос, ой, Нино, не знаю, тебе интересен такой вопрос? Нино, а как сейчас Грузия относится к личности Сталина? Не знаю, мне это не интересно. Да, так что не будем. Мы уже забили его. Ну, у нас есть его, где он жил, там музей есть в этом городе. Если хотите, можете сходить, узнать, что как. Так, что еще? Так. Да, у него, кстати, у тебя уже час, да, ночи? Да. Ну, сейчас пару партий и закругляемся. Хватит мучить Нино. Мне и так уже, видишь, зрители предъявили. Разбудила Нино, вытащила. Так, давай, с кем? Алексей Кузьмин, 1-1 счет. Надо учить. Нет. Варианты. Надо учить варианты. Алексей меня где-то обманул. А сейчас интересно, он матчи кого-нибудь готовит? Ой, в этом турнире претендент. Хотя нет, наверное, потому что Мамедьяровым же он занимался, сейчас-то он уже... Не, Мамедьяров не попал же. Да, не попал, и сейчас они, не знаю, работают вообще вместе.
Так, смотри, как мой соперник активно разыгрывает дебют. Может, h5 пойти? А это хорошо так активно разыгрываться? I don't know. А f5 не можешь? Да? Давай f5, ты тоже активно. Подожди, gf, ферзь h5. Король f8, конь f6 с темпом, да? Видишь? Не знаю. Ты думаешь? Не, я не уверен. Мне кажется, мы там устряпаемся вообще очень быстро. Хотя, может, попробуем? Давай попробуем. Ладно, это не No Zero. Не No Zero 2021. Нормально люди так не играют, я вам сразу скажу. Нормально люди так не играют, но мы попробуем. Или так рейтинг не поднимем, Карина, как думаешь? Боюсь, что нет. Так, что делать? Пешку возьмем сейчас. Берем? Что он хочет вообще? Да на c5 он хочет. Ну, пускай. Мне страшно, Нино, мне страшно. Что мы творим? Конь f6, кстати, пойду, да? С темпом. Рик-скок? Да. Рик-скок в бок – это конь. Так. На c5, может, не отдавать уже ему? Надо побыстрее как-то сыграть с ход e6. Ну, пускай возьмет, слон e6, слон e6, нормально? Давай, ходи. Ладья c8 пойдешь там и как-то на c3 можешь там. Может, побьешь где-нибудь. Может быть. А, меняет. Конь g6, у меня есть ход. Конь g6, ладья g8 тоже. Да, конь g6. Не, ну хорошо. А что, плохо? Нормально? Не, нормально. Ну просто я коня там хотел. Так, ладья c8 пошла. Или ферзь d4. Ферзь d4 мне нравится. Нравится? Конечно. Они отъедят пешку, возьмет конь b5, что там будет? Хотя нет. А, слон d5 же. Нет, он не берет, естественно. Так, h6 может быть. Ты можешь поменять его, ферзь f4. Давай, меняем. На мат. И пешка будет. На мат не влепили. Так, что, конь h5? h5 или конь h5? Давай пешкой. Конь g5 лезет. Ты тоже там на g4 поставь его и как-то потом. Слон g8, что ли? Слон d7 можешь, почему на g8 хочешь? А, да, зачем? Так, на пешку напал. Ну, защищайся. Все, мы будем на пешке играть сейчас. А конь h4 уже тоже у нас ход был. Вообще да? Классный. А, угу. Классный был ход, не увидел. e5, да, можно? Ага, да, так, и ладья e8 как-то, и все фигуры там нормально будут. Не, аж возьми. Да? Конечно, конь e4 поле даешь. Ну вот. И что теперь? Плохо? Ну нет еще, наверное. Не, неплохо. Слон c6, конь f4. Конь f4 или сразу. Давай, ну можно разменять? Или не надо? Давай разменяем, может? Можно же? Да, можно. Так, у меня пешка-то лишняя, я что-то уже забыла. И на h4 еще висит. А, у меня же пешка лишняя, еще на h4 висит. А я-то и забыла вообще про все это. Да, на h4 и конь f3 можешь потом так обратно поменяться. Сейчас пойти конь... Нет, там можешь шаг дать. И потом как? g3 может. А, конь e4 ага. Вернется. e4, конь e4. Давай возьму пешку. Так, а на ладья e5 чего? Ну как-то видишь, король где-то. Нет? Он сюда пошел. Так, что делаем? Конь f3, конь f3. Давай конь f3, да. Конь g2. Не, на f3. Надо поменяться. Опять времени нет. Сможешь за 15 секунд эту позицию выиграть? Сейчас мат поставлю. Не, он ничего может. Конь d2 и... Не, ничего может. Конь d2 владеть. Мат, конь e2 мат. Ага. Конь e4 есть ход, конь. Ну ты h4 ходи, я h5. Ой, зачем я отдала-то? Ну хорошо, сейчас ходи h4, h5. Уже не можешь?
Королем на f4 пойти. Происходит. Тебе шансов, да? По-моему, ты пешку проводишь. Я провожу пешку, но шансов нет, потому что времени нет. А, времени нету. Вот так всегда. Все, да? Ну, да, ну а что-то запустили так время. Какой-то скакерри ниндзя. Я уничью. Ой, где он еще флаг срубил? Так. Что пишут-то? Ладно, последнюю партию играем и... Спать. Хорошо. И спать. Так, Нино, последнюю партию надо выиграть. Потому что если мы сейчас не выиграем, я потом еще буду играть ночью. У меня есть такая привычка уходить спать, только если я последнюю партию выиграла. А иногда это затягивается на очень много партий. Постараемся сейчас. Боятся, что я мажу. Бога признался в любви. Видимо, на грузинском, я не знаю. И удалил сообщение. Гога, вы не надо стесняться. Зачем вы удаляете свое сообщение? Так, ну и с таким не хочу играть. Ладно, буду. У него рейтинг маленький. Кто это? Пицца? Пицца. С пиццей играем. Так, как тут расставить-то лучше? Как думаешь? 0-0 или конь c3, может? Давай, рокеров, да. Ну, это переход же. Будет сейчас. Будет переход, да. А, он так пошел. Так, ну что, cd или конь e5 сразу, как там? А я не помню. Я тоже. Да, по-моему, cd и сейчас, по-моему, или ферзь b3 можно сыграть, или... cd e или конь e5 тоже. Давай, конь e5 или на конь cd. d7. На конь d7 чего там вообще? А, c6, да? Так, b3 может? Или e4 тоже можно. По-моему, можно уже e4 пойти. Давай, ладно, уже e4, действительно, поактивнее. Так, только мы долго думаем. Так, конем c4 возьму. Хотя могу и не брать. D5, d5 есть ход? Или что там? Нету d5 ход. Или есть? Есть, да, и конь e3 поставить. Сюда пока. Конь d6? Давай слона возьми, да, конечно. Д5 пойдет. Нет, c5 не ход. Почему? Не, пускай пойдет, но у тебя все равно же лучше. Так, Е5. Два слона там. Е5. Да, Е5 лучше. Что делаем? Возьми f4, кон c4, да? E5. А если просто b3 пойти, b3, тут ход ходить. Ну, давай, а в чем идея-то b3? Чтобы потом взять и f4? Да, конечно. Там конь g4, правда? Ну, он же так не пошел. Ну, по крайней мере, мы быстро играем. Это уже плюс. Да, и ладья d1 пойдешь сейчас, если пешку не проиграешь на e4. Так, а пешка у тебя висит. Конечно. Ну, не смог догадаться. Давай защищайся ты. Конь e6, конь d4 он хочет, кстати. Ну, потом слон f4 пойдешь. Что делать? Ладья d1, ходи, слон f4 обратно пойдешь, потом как-то этого коня разменяешь вон на своего коня. Конь e2, может? Да, так. Как-то так. Конь d5 нет ухода, да? Конь e3 нет ухода. Конь e3 на e4 берет. Ну и f3 пойдешь. Так, и чего это? Может, f3? F3 ходи. Хочется. Ладья d8, ферзь f2 пока. Ферзь f2, конь e2, как-то надо его выгнать. Так, отсюда. Слон e3 могу пойти? А, слон e3... Давай, он... ходи. Он ладья d8, ходи, ферзь ходи. f2, да? Угу. Пошел. А сейчас, по-моему, уже f4 можно, и e5, нет? Конь g4, конь g4. H3, а, конь g4. Давай h3 тогда. Все профилактики. Тебе главное все эти... Профилактики сделать, и потом два слона будет этот.
иметь силу. Так, меняем, да, на d8, наверное. А есть другого хода. f4 ходим. Но он на g2, правда, всегда там взять сможет. Может быть, да. А ты можешь еще g5 добавить. g4, g5 имеешь в виду, что ли? Да. Не можешь? Не знаю, что-то я боюсь. Так. Нельзя бояться. Надо быть храброй. Вот так вот мой рейтинг и никак не поднимается. Только почему ты ферзем прямов делаешь? Может, королем лучше? А я хочу ферзем куда-нибудь туда залезть. На e4 поставь его по это. И кон d5 потом пойдешь. Давай. Сейчас накатим. Ой, на h3-то зеваем, не но. Что делаем? О, нельзя так играть. Ёлки-палки, моталки. Что делать-то? Слон f2, что ли? Давай. Так, если мы продуем пиццу, это будет слишком больно. Так, ходите. А если ферзь a8, ферзь d7? Ферзь d7, да. Давай кон d5 спайти тогда. Давай, на g4, ой, на h4 возьмем. Так, конь e6 пойдет. 6. Ты его на f5 можешь переводить своего. Так, сейчас f5 пойти может? Ну, давай ходи, конечно. Еще 40 секунд у тебя и у него тоже. Конь f4? Или конь e3, не знаю, на f4, да, лучше, может. Так, f6 на h5 я хочу. Сейчас. На h5 возьмешь сейчас. Подожди, у меня не, не бери-то. Куда ходить, на d3? На, ну, куда-нибудь, на e3, может. Так, по 30 секунд, защитил. Что делать? Сюда? На e3 ферзь или на d6? Нет, сюда лучше, там. Ну, он прям заставляет. Да, он хорошо играет, кстати. Сейчас я фигуру выиграл, по-моему. Ага. Хопа! Вот это удачик. И другую тоже выиграешь. Шах-шах и на f5. Шах. Шах. Вот это вот тактика. Вот это тактическое видение. А, и поменять хочешь? Да, давай сейчас подвигу. А, фигуру подставила. Пофиг. А ты сильна с фигуры. Он пристал к моему. Аж 4 сыграть сейчас. Он, кстати, быстро так двигает, я вообще не успеваю ничего. Нет, у тебя 4 секунды, у него один. Он очень быстро двигает, я ничего не успеваю. Что-то он как-то... Я вообще не понимаю, как он так двигает. А, ну все-таки пицца... Пицца мы одолели. Это пицца какая-то маргарита, по-моему. А, нет, с мясом, с этим, с солями пицца. Ладно, хорошая... Хорошее окончание стрима, можно сказать. Так, посмотрю, что тут пишут. Давай. Быстренько будем округляться. Так, уважаемые, что вы пишете? Вы что-то ничего не пишете? Напишите нам что-нибудь и будем закругляться. Так, кто не поставил лайки, обязательно ставим. Обязательно. Это у нас такой ритуал. Кто-то мне в комментах, знаешь, написал, вижу Карину, ставлю лайк. Это да. Конечно. Ели пиццу. Да, пиццу мы съели. Все-таки обманули где-то с этой пешкой Е, да, и ферзь c7, удачик на тактике. Как-то. Ладненько, будем закругляться. Но уже ночь. Только у него в России тоже уже ночь. В России тоже уже ночь, надо спать. А. Что, всем, наверное, спасибо за внимание. А. Сегодня, да, не запланировано так получилось. Очень рада, что Нино присоединилась. Было здорово. Нино, спасибо тебе. Наконец-то вот... Пожалуйста. Нино на видео предстала. Это очень приятно. Надеюсь, что Нино еще как-нибудь присоединится.
Вот. Буду рада ее видеть. Спасибо. Так, вот Гога наконец-то на грузинском написал, видишь? Нормальную вещь он там пишет. Да, он извиняется, что он не вспомнил мое имя и фамилию. Ну ладно. На первый раз вас прощаем, Гога, но в следующий раз. Конечно. Да. Ладненько, спасибо большое всем за внимание. Следующий стрим не знаю, когда будет, но будет, потому что время теперь есть. Сидеть дома и стримить. Вот. Будем прощаться. Еще раз спасибо всем. Ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо всем, кто скинул донат. Очень приятно, что поддерживаете. Так что надеюсь, что вам понравилось. И спасибо, Нино, еще раз. Нино, давай спокойной ночи тебе и Спокойной ночи. ждем чемпионат Грузии. Будем следить. Тут у меня уже в чате спрашивают, так что всем скину ссылку. Наш чемпионат перенесли, кстати. Тоже что ли? Да, тоже потому, что нельзя никакие спортивные мероприятия проводить с 2 апреля, как-то 2 недели. Ничего себе, а что теперь, когда у вас будет, известно? В апреле будет, но точно не знаю пока. Так слушай, все турниры перенесли, кроме турнира претендентов, да, получается, так? Да, так получается, потому что Бундес тоже перенесли как-то Ой, да. А, кстати, все матчи. сегодня еще видео Игренки перенесли тоже, естественно. Так что все, турниров не будет, только в онлайне. Будем спицами бороться в онлайне. Что остается? Что остается, да. Ладно, ладно. Спасибо еще раз, Нино.